Нас часто спрашивают, можно ли использовать акриловые краски, срок годности которых уже истек. Ответ. Акриловые краски прекрасно сохраняют свои свойства и качества даже после истечения гарантийного срока. Чтобы не быть голословной, я достала кое-какие краски из наших исторических запасов. Вот, например, акрилард. Невероятно старый дизайн. Таких баночек мы не выпускаем уже лет 100. Она была треснутая и потому заклеена скотчем. Дата изготовления от сентября 2007 года. Открываем, выкладываем. Краска абсолютно живая и сохраняет все свои свойства. А вот парочка тюбиков с металлической краской Деколор. Дата изготовления 9.11. Мы уже давно не выпускаем эту краску в таком формате. Одна баночка еще запаяна, а одна была когда-то вскрыта. Проверяем. Краска в рабочем состоянии. И вот еще старый набор оформителя 2015 года. Внутри краски линейки Акрил Хобби. Некоторые баночки вскрыты, а некоторые нет. Проверяем. Краски живые, даже сохранили свою приятную кремовую консистенцию. Однако, если крышка не была плотно закрыта, краска очень быстро засохнет. Покажу, как она выглядит. Смотрите, как будто это кусочек резины. Ее невозможно реанимировать, так как она не разбавляется водой или разбавителем акриловых красок. Вывод. Плотно закрывайте любые емкости с красками и пользуйтесь ими еще долгие-долгие годы.